на данный учебный год наш набор на бюджетные места составляет 109 мест. У нас 4 направления: информационные системы и технологии, математика и компьютерные науки и программная инженерия. Здесь вступительные экзамены: русский, математика, физика. И 4-е направление — прикладная информатика. Здесь место физики и информатика. У нас идет подготовка по самым актуальным и самым востребованным IT-специальностям. Наши выпускники получают уровень, соответствующий самым высоким мировым стандартам, уровень профессионализма. Они крайне востребованы на рынке труда. И мы пытаемся донести эту информацию до школьников, чтобы, может быть, в какой-то степени их стимулировать, изучать физику, математику. Они увидят, что, набрав хорошие баллы по ЕГЭ, они могут получить конкурентоспособную специальность и состояться в жизни. На данный момент IT-отрасль развивается даже не то что семимильными шагами, а гораздо быстрее, поскольку информационные технологии используются во всех отраслях нашей жизни. Наши студенты имеют возможность проходить практику на ведущих компьютерных фирмах не только России, но и мира, поскольку у нас есть договора о сотрудничестве, у нас работают преподаватели по совместительству, являющиеся сотрудниками этих компьютерных фирм. Я даже думаю, что возможности по прохождению практики у нас сравнимы с ведущими американскими университетами.